была Россия белые ноги. Потом бережочки было. Мужик, мужик, ты чё падаешь? А? Давай, я помогу. О, не имею возражений. Ну чё, где ты живёшь-то? А? Живёшь, говорю, где? Ну, там, там. Дом 12, квартира 71. Пятый подъезд, третий этаж. Квартира направо. Ага. Ты только не перепутай. Не, не перепутаю. Не налево, направо. А ты откуда у нас такой красивый, а? Да понимаешь, особо Василия Анатольевича пулечку списать. Слушай, игра была. То есть тебя можно поздравить с наваром, да? Ну, как ты? Ты что делаешь? А ну вернее. Что ж, победа. Не повезло. Проигрался. Ух, про. Ладно. На вот тебе, на бедность. Давай, давай, иди, дорогой. Ах ты, скотина! Валер, сегодня папа хотел с тобой поговорить, а то он уезжает в Германию на 2 недели. Я позвоню еще. Он приедет сегодня, сам сказал. Ой, билет есть сегодня, я его позже закончу. Да, он утром приедет. Как утром? Ну так, сейчас, наверное. Пока. Пока. Хорошего дня. Спасибо. Папе, скажите пока. Пока, папа. Пока, папа. Пока. Привет. Привет. Дедушка. Привет, моя милая. Привет, деда. В школу собрались? В школу. Удачи вам. Ну все, пойдемте. Руки тут, руки. Давай, бери ручку и поехали. Привет. Здорово. Яичничку? Нет, спасибо, я уже завтракал. Я смотрю, у тебя хороший аппетит. Да? Догадываешься, о чем пойдет разговор, да? Не, не догадываюсь. Не знаю. Значит, ты уже слышал, что мы купили с немцами фабрику. Так вот, нам понадобится главный инженер. Я полагаю, ты свой диплом не выбросил? Такое? Газета объявлений. Звони в разделе. Ищу работу. Там инженеров как грязи. Валер, ты дурака не валяй. Ты что, не помнишь, сколько раз обещал Людке работу сменить, а? Мало что я обещал. А ты о детях подумал? Что, не читаешь? Каждый день то тут, то там зарезали, убили, ограбили, а? Если с тобой что случится? Они на кого останутся? Ну, на кого же они останутся? На тебя, конечно. Ох, Виктор Степанович. Умеешь ты с утра поднять настроение? Спасибо тебе большое. Посуду не помоешь? Я убежал, пока. Это тоже не вечный. Что ты ищешь? Мне нужны деньги. Возьми у меня в сумочке. Этого мало.
Больше ничего нет. Врешь. Я же знаю, ты получила деньги за свою эту книжонку, за свои эти стишки. Ты же знаешь, мама болеет. Я отправила ей в Саратов. Нужны деньги. Пойди заработай. Куда? Куда мне пойти заработать? На завод? Да ты видишь, где я, где этот завод? Да из меня пролетарий, как из кота водовоз. Ну, прости. Скоро у нас будет очень много денег. Хочешь, поедем в Египет, в Турцию. Но мне сейчас нужны деньги. Ты знаешь, почему. Смотри на себя. Паш, кого ты превратился? Я больше не могу. Устала. Наши клиенты в конец охамели, уже 10 эпизодов за неделю. Они с Наташкой туда едут. Куда? Пешеходы. Валерочка, у тебя что-то случилось всего? Ничего. 10 утра. Строение испоганило. Чем это он тебе так не угодил? Да это я ему не угодил. Они с немцами заводик покупают, он меня туда главным инженером хочет устроить. Видите ли, я не ценю его заботу. Неплохо иметь такого тестя, который так запросто может заводит пику. Ну, что ты намекаешь, Борис Хаимович? Не-не, это я так вслух размышляю. Это. А хотя, может быть, я и не женился бы, имея такого тестя. Что за срочность, Скоп? Да мне бабки нужны. Вот так приперло. Всех приперло. Вон и гроб с Сёмой тоже. Весь телефон оборвали. А что делать, если барыга еще товар не спихнул? 2 дня подожди. Да не могу я ждать. Я уже на стенку лезу. Да еще Марго возбухает. Да кинь ты ее, отбав все беды. Да я тебя сейчас кину. Я с ней в одном дворе жил, в одной школе учился. Ты знаешь, она меня из какого дерьма вытаскивала. Короче, либо ты мне сейчас найдешь деньги в счет доли, либо давайте ему. Прямо сейчас. Сейчас? Да. Ну, есть тут одно место. Там лохов как блох на собаке. Да. Вместе сработаем. Пальчики-то чувствуют? Я сработаю. Пошли. Ну что, товарищ старший лейтенант Метельский Дмитрий Романович, ваш послужной список и результат собеседования нас вполне устраивает. Но только что-то не очень похоже на основного русского офицера. Отставные русские офицеры разные бывают. Иди домой, наглаживай костюм, галстук и жди звонка. Галстук, надеюсь, нормально есть? Да, конечно, есть. Ну что, старый, бывай. До встречи. Счастливо. Здравствуйте. Я могу чем-нибудь помочь вам? Да я галстук еще. А, пойдемте, я вам сейчас покажу все. Пойдемте. У вас костюм какого цвета? Да черт его знает, какого он цвета. Я его года 3 назад надевал. Ну, давайте тогда так. Смотрите, вот это галстуки выбирайте, вот это зеркало. Если чем-то надо помочь, зовите. Хорошо? Спасибо. Я мешаю, пожалуйста. Простите, пожалуйста.
Вот клуша. Эй, уважаемый. Ну, притормози, ну. Че хотел, братан? Верни, что взял, и чешется. Че, а фейс тебе не расписать, лошара? Давай иди отсюда, пока я добрый. Зато я злой. Женщина. Ты сбрендила, тетка. Я тебе не тетка. Валер, ты как? Женщина, простите. Можно вас немножко? Сумочку посмотрите. Где ваш кошелек? Как же? Давайте пройдем. Ну, вот так. Это потерпевшая. Второй убежал через служебный вход. Давай. Ну что, провернулись начальники? Слышь, пай, закрыл, а? Эй, а что вы тут делаете? Работу твою. Капитан Широков, уголовный розыск. Я. Короче, мотыля центровые опера приняли. Как? Об косяк. Я не знаю, мы тему отработали. Какой-то лох встрял. И этого лоха вместе с мотылем взяли. А я под шумок скрылся. Короче, бери гробы, иду сюда. Сейчас. Проспект Кодомсова 1. Все, давай, быстрее, жду. Или он охране отдай, а потом, видимо, передумал, догнал меня и сразу в драку. Псих однозначно. А как мужика звали? А я не знаю. А ты чего вообще там делал, скажи мне? Чего ты там забыл? Денег по тамошним ценам у тебя на один носок не хватит. А вот я и зашел посмотреть, как буржуи жируют. А куда мне? В планетарий, что ли? А кто тут речь, который убежал? Почудилось вам. Почудилось нам. Вот как. Значит, ты утверждаешь, что кошелек спероменован? Да всеми четырьмя, начальник. Подписать, что ли? Давай. Спеши, спеши. Капитан Вольская, можно вас? Ну, как он там? Ну, что там, валит сын второго. Ты с ним общался? Пока нет. Послушай, сделай мне просто копию показаний этого фрукта. Сейчас сделаю. Тебе, кстати, шеф звонил. Просил, чтобы ты перезвонил. Давай. Ну, что там? Короче. Как я и сказал. Мотыль погорел. Лох нас просек и бучу поднял. Вот так с мотылем и повязали. Да, без мотыля совсем кисло будет. Он нам классную тему подкидывал. Да из прошлых дел еще долю не прислал. Надо лоха присануть. Чтоб он сказал, что менты его заставили показать на мотыле. Думаю, следак поведется. Да при чем тут следак? Нам нужно, чтобы он это в суде сказал. А судья поведется? Ну, конечно. Такое же сплошь и рядом. Мы сейчас дело запутаем. Судья плюнет, даст ниже нижнего. И, может быть, даже отпустит мотыля. Где нам искать этого лоха тебе? Да здесь в отделении есть. Короче, делов у нас. Пропасти лоха и побазарить с ним. Свестился, соловей. Денег не будет, а денег не будет. Свободы не будет. Позвонить не надо? Адвоката вызвать или еще кого? Кого? Ну, мало ли, недорого возьму. У меня свой есть. Понял. Давай его сюда. Зачем? Не положено? Не дам. Никуда не денешься. Слышь, Моторин, у нас телефон в камере. Ты что, его не обыскал? А ты?
Я нет. Я тоже нет. Давай вот сюда. Ничего, сейчас, Федор, открывай калитку. Давайте этого наверх. У него телефон. Да по мне хоть телеграф, давайте. Свобода. Ну что, Робин Гуд, у богатых берем, бедным отдаем, да? Частуху будем оформлять или как? Или как? Можно и так. На кошельке твои отпечатки пальцев. Сотрудники магазина и терпила тебя опознали. Да и мотыль сдал с потрохами. Какой мотыль? Подельник ты. Мотыльков Егор Иванович. Ты украл кошелек, а при передаче ему вас задержали. Читай, читай. Это копия. Ты сам-то в этот бред веришь? Тоже, блин, нашли уголовника. Лихо у вас. Раз и можно дырку для ордена вертеть. Если б мне за каждого из вас орден давали, я бы давно на сдаче цветмета виллу бы себе купил на Канарах, понял? Хочешь узнать, сколько в кошельке было? 300 тысяч, а это 158-я, третья часть. Лишение свободы до 8 лет. По первоходу пятерик получишь. Ну что, будем частуху оформлять? Хочешь трешкой отделаться, а? Пошел ты. Ты с характером. Военный? Бывший. 2 месяца назад как уволился. В каком звании уволился? Старлей я. Поучаствовал? Да было дело. А. Где работаешь? Да нигде пока. Вот устроился в охранником в банке. Шел покупать галстук в магазин. Да, галстук тебе в ближайшее время не понадобится. Как осел удавиться, да, натворил ты дел, гражданин Метельский. Капитан, надолго здесь еще? Ты видишь, я со свидетелем работаю. Ну, вы давайте, заканчивайте. Езжайте в управление, следователь уже ждет. И начальство вам дозвониться никак не может. Стоп, стоп, стоп. С каким свидетелем? Ну, короче, я передам. Спасибо. Пиши. Все как было, только подробно. То есть? То и есть. Лезете куда вас? Не просим. Садись давай. Ну что, лейтенант? Метельский. Будем знакомиться? Широков. Ярослав Сергеевич. А в этого второго, который разбежал, вы его искать будете? А смысл? Камеры его не засекли, терпил, не видел. Да и на кошельке отпечатков нету. Он такой грамотный гаденыш. Вот. Так что, если по этой теме кто будет беспокоить, ты это... О, звони. Широков. Капитан. Ну что, можно ехать? А вы извините меня, что я вас так беспардонна. Да ладно, прошло уже все. Слав, а что у нас со второй машины? Терпила, боится с этим в одну ехать. Давай гляди, лыжи намылит. Сейчас что-нибудь придумаю. Давайте я вас подвезу, у меня машина в магазине. Отлично. Вон, видите, длинный побежал. Это он. Пустили. Гляди, как скачет на радостях. Давай за ним. Подставной, что ли? Не-не-не-не-не. Такие фокусы сейчас не проходят. Их же там шерстят в хвост и в гриву. На Петровку поедут. А мотель, скорее всего, что уже там. Парни, вы их пропасите, извякните мне, ладно? А ты? Нельзя. Засветился я уже. А если этот бокал напрется и не пойдет в отказ, что тогда? Завалим. Нет человека, нет проблемы. Парни, у вас есть бабки? Мне нужно срочно ширнуться, сил нет. Я потом с доли отдам.
У следователя по материалам вопросов не было? Все чисто, сядь, как миленький. Чисто было бы, если бы обоих взяли. Установили второго? Никак нет. Этот Мотыльков о нем молчит, как рыба об лед. Это моя вина, Иваныч. Мне надо было за ним мотануться, а сплоховал. Ну и что бы ты против него сделал? Ладно, паршивые овцы, хоть шерсти клок. И еще наш отдел решено расширить на 2 штатные единицы. Значит, нужно сформировать еще 1 поисковую группу. У вас самая возрастная команда. В смысле опыта работы? Ты ж полковник, хай ему чечня отдам. Дурак, как память. Да нет, да я сам никуда, ну куда мне, до пенсии был. Тогда в новую группу войдут Гуляев и Вольска. Еще одного сами подберете. Старший будешь ты, Наталья. Есть. А нам где искать замену, товарищ полковник? Захочешь, найдешь. Через неделю список кандидатов мне на стол. Господин начальник, пожалуйста. Спасибо. Наталья наша в руководство вбивается. А ты еще скажи, что я эту должность лежа на спине заработала. Не скажу. Но почему ты, а не Валера, не понимаю. Ну, потому что у нее за плечами техникум, а у меня неоконченные средние плюс ПТУ. Это полицей сейчас называется. Не имеет значения. ПТУ, помоги тупому устроиться. Вот я и устроился. Смотрите, это не нашли Брюс Ли кемарит. Умаялся, любезный. Досталось ему сегодня. На войне он, наверное, не то видел. Бывший вояка, да еще и разведчик. Хорошая кандидатура нам на замену. Почему нет? Стоп, 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 господа опера. Слышали, что товарищ Бейтик сказал? Мне тоже человек нужен. Так что посмотрим еще, чей это мальчик. А вы его разыграете? На спичках или подкидного? А, точно. Давайте я его, подкину, а вы ловите. Привет. Виделись. Ты как здесь? Да меня следователь отпустил, а я вот подумал, вдруг вам понадоблюсь. Какой ответственный, а? Военная выучка. Что так долго, Фарук? Пробки. Я вообще-то тебе как к постоянному клиенту сам приехал. Так что цени. Сколько? Здесь не хватает. Как не хватает? В прошлый раз столько же было. Инфляция? К тому же менты большую партию взяли. Так что с тебя столько же. Фарук, у меня нету. Давай в долг, давай до воскресенья, я тебе отдам. Да, ну. Ну вот в воскресенье получишь. Подожди. Ты что, сколько? Каждый раз так допоздна? Почти. Теперь понимаешь, каково нам? И так практически каждый божий день. Да. Тяжелая у вас работа. У меня язык не поворачивается назвать это работой, как и то, что платит нам зарплатой. Мало платит? Тебе в армии много платили? Что у нас то же самое практически. Друзья, меня не то домой не подвезет, а? Я Хаимыча. Ну, я могу. О! Ну все, пока. Хаимис. Пока. До свидания. Пока, Дима. Свидания. Ну что, вот мальчик все самое выбрал. А его еще уговорить надо. А на наш век мальчиков хватит. Это? Ага.
Пошли! Успокойся. Все, все закончилось. Пойдите. Ты знаешь? Да откуда я знаю? Что это? Откуда? Сюрприз. Идем. А когда в августе 8-го началась эта заварушка, ну, ты понимаешь, о чем? Такую за***ь попали, врагу не пожелаешь. А потом в госпитале решил, да пошло оно все. Чертовы бабушки. Надоело. Кругом один и тот же бардак. Я сейчас в охрану устраиваюсь. Устроился, можно сказать, в частную. Так давай к нам, Дим. Ты в охрану всегда успеешь. Давай. Я тебе возьму свое ОПГ. ОПГ? А куда, куда? ОПГ – организованная преступная группировка, если мне склероз не изменит. Оперативно-поисковая группа. Мы, опера, занимаемся личным сыском. Над нами никого нет в этот момент. Ты. И вот, один на один. Нас нормальные люди не замечают, да и воры нас не замечают, пока мы не нарисуемся перед ними. Мы это, знаешь, как называем? Тихая охота. Тихая охота? Прикольно. Я охоту люблю. Ладно. Я подумаю, если что. Телефон у меня твой есть? Пока. Спасибо. И что звонит? Давай за ним. Чтобы я пошел и заработал. Вот я пошел и заработал. Как? А вот об этом уговора не было. Заработал и все. Тебе не нравится, что ли? Нравится. Отлично. Это еще не все. Это что, с того ювелирного магазина на углу? Да. Так. Ты кого-то ограбил? Ну что, я по-другому заработать не могу, что ли? Не знаю. Ты просто сегодня такой странный. Ты что, укололся? Ну и что? Я же тебе обещал, что брошу. Значит, брошу. Давай, за нас. Алло? Да. Ага. Да-да. Я понял. Я понял. Сейчас буду. Угу. Случилось что-то? Да нет, все нормально. Я сейчас по работе. Туда и обратно. Ну, мигом. Я пока приготовлю что-нибудь вкусненькое. Хорошо. Все, я мигом. Да. Я забыла уже, как это делается. Ну
Ну что, где он? Вот этот дом. Вон подъезд. Ага. Этаж второй. Он того мента подвозил, потом бухал с ним в кафе. Может, он все-таки из их конторы? Не. Зачем бы тогда они ему ласты скрутили? Они его просто держат на поводке, чтобы с показаний не соскочил. Ну, заодно и припахали. Что, тогда пошли, что ли? Груб, ты что? Ты решил его хату штурмом брать, что ли? А если он не один? Или соседи запалят? Засветимся. Как тогда? Скажешь, что телеграмма? Или еще что-нибудь такое? И с порога в дыню, и все. Какая телеграмма, гроб? Их уже 100 лет никто не разносит. Сейчас век интернета, придурок. Где его машина? Да вон стоит. И наверняка же на сигнализации. Ну, а еще кто был? Так, так, так. Эй! Отойди от машины. Ну-ну-ну-ну. Ты что, не слышишь, что ли? Сейчас выйду прочищу. Ну, круто, круто. Погоди минуту. Ну, погоди. Сейчас. Алло. Сам отойдешь или помочь? Ага. Значит, помочь. Чувак. Базар есть. О чем пойдет речь? О тебе. Жить хочешь? Смотря с кем. Да просто жить. Ну, если да, то что? Тогда скажешь на суде, что тебе мусора научили на нашего кореша показания дать. А детали обсудим. Да я тебя вспомнил. Ты та самая крыса, которую кошелек дернул. Это твои крысята? Слышь, что? Лошара. Базар фильтруй. А чего его фильтровать-то? Крыса, она и в Африке крыса. Слушай, ну ты напросился сам. А ну перестаньте! Виспорт, пас! Уйди! Уйди! Ты как охренел? Забери собаку! Уйди! Уйди! Ладно, уходим. А ты подумай, лошок, у тебя еще время есть, подумай. Сосед, ну как ты? А, нормально. Скорую вызвать? Нет, спасибо, сам. Можешь милицию или как там сейчас? Нет, спасибо, сам справлюсь. Ну, гляди. Ворон, гулять. Вот тварь, гляди, чуть полноги не оттяпала. А если она бешеная? Скорее, хозяин бешеный. Людей собаками травить. Козел. Сейчас тормознем возле аптеки. Возьми ее от обработы, чтобы заражение не пошло. Скок, что-то твой лох оказался не таким уж лохом. Что делать-то будем? А? Может, бабла ему заплатить и все? А если его завалить, судья прочухает, упрется. Бабло сначала найти нужно. А если не поумнее, сделаем так, чтобы он исчез. Только судье некому сказать будет. Алло. Да, это я. Кого? Да ты чё? Да нет, я его неделю назад видел только. Давай, пока. Чё там, сколько? Фарука грохнули. А это того, что наркотой банкует всей. Ну все, сейчас начнется. Сейчас начнут всех наркош трясти. Это по-любому кто-то из них грохнул. Ты сам-то давно его видел? Да я же говорю, неделю назад. И то случайно. Я сейчас в другом месте затариваюсь.
ювелирный салон. Золотая эпоха. Как думаешь, это он, Фарук? Чё тут думать? Его работа. Брат Фарук – крутой мужик. Он все привернет, а того, кто завалил его брата, найдет. Да. А заодно и тех, с кем он крутился. Так, на всякий случай. Только у мотыля алиби. Имплант. Здорово, Тихарян. Привет, Макроделов. Опаздываешь? Не то слово, горю. Только раньше надо вставать, ваше благородие. Знаешь, женат был, жена будила. Сейчас развелись, никак не могу втянуться. А ты чего здесь так рань? Пойди постельку чью-то грел, а? Да нет, не пришлось греть постельку. Всю ночь на ушах стояли. Кого мир спасали? Да одного наркодилера грохнули, Фарука. Фарука? Да. Вот и мы эту мокруху всю ночь отрабатывали. Начальство рвет и мечет. А что это они за обычного барыгу так взялись? Ну, сдох Максим, как говорится. Да нет, не все так просто. А что? Там его брат в их диаспоре очень круто стоит. И наш прямой интерес – поймать злодея первым. А то такое начнется. Да уже началось. За вечер и ночь 5 жмуриков. И все из числа клиента этого Фарука. Кам, знаешь, по мне, чтобы они все друг друга перевалили, я спокойненько пошел в школу работать учителем физкультуры. Здравствуйте. Кристин. Я могу вам чем-нибудь помочь? Меня интересует, кто и когда купил у вас вот это изделие? Да, это наш товар. Кулон в виде сердечка на цепочке. Угу. Я его сама вчера продала. Это было где-то около 6 часов вечера. Так. Покупатель такой еще странный какой-то. Я еще подумала, что он наркоман. Что? Очень похож. Подождите. Точно, это он. А вы не видели его еще раньше здесь? Нет? Да, он как-то заходил. Он еще не один был, а с девушкой. Красивая такая. Он ее даже по имени называл. Марго. Маргарита, значит. Ну да. Больше я его не видела. А вот она к нам заходила. Ну, посмотрит просто и уйдет. Ничего не покупала. А глаза у нее такие грустные. Знаете, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что они где-то недалеко живут. Потому что он, когда вчера кулон покупал, позвонил ей и сказал, что будет через 10 минут. Ну, вот я и подумала. Логично. Ирина, спасибо вам большое. А вы не заметили, случайно, в какую сторону он пошел? Направо, налево? Кажется, направо. Но я точно не уверена. А что, они что-то натворили? Ирина, это Ирина. Спасибо вам большое. До свидания. Пришли, товарищ полковник. Заходи. Ну, это ж полковник, пробки. Автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не солят, да? Знакомая песня. Когда ж ты выспишься, Широков? В отпуске, наверное. Правильно. Зимой. Тогда и ночи подлинней. Ладно. Дело тут для тебя есть. 1 000 000 долларов. Поедешь в Хазу и получишь на отдел вот это. Все по списку. Вы уверены, что все это дадут? Ну, это ты как попросишь. И после этого, так понимаю, мы можем быть... Так, ты с этим разберись сначала. А если не дадут, будем покупать за свои деньги опять. Ну, ты сделай так, чтобы дали. Свободен. Конфетку хочешь? Чего проснулась? Рано еще и спи. Вы
почувствовала, что тебя рядышком нет. Может, давай уедем отсюда. Тяжело мне внутри. Вот тут, знаешь, все прямо. Ну, это уж дышать трудно. Ничего, все хорошо будет. Хочешь, я кофе сварю? Угу. Только крепкий сделай. Срочно уйти. Если спросят, ушел только что. Куда, не знаешь. Все, пока. Взяли его? Че ты дергаешься? Сейчас узнаем. Да муторно как-то. Вроде как сучился. Ишь ты, какие мы нежные. А если б тебя по его воле на ремни резать начали, ты бы его тоже пожалел? Меня бы кто пожалел? Тогда сиди в тени и не квакай. Слушай, этот Джават заплатит точно? Сказал, что заплатит. Если скоб про делах, опять штук башляет сразу. Поэтому мы и здесь. А то ищи его потом. Вот псы рваные. Продали. Здорово, пацаны. Меня ждете? Да нет, мы просто это мимо проезжали, и движок заглох. А, жалко, я думал, по старой дружбе довезете. Ну, давай еще раз попробую. Гроб, погоди! Скок, тут такое дело. Да знаю ваше дело, сявки сучные. Это вы на меня людей поруха навели, да? Я объясню. Вот они, золотые пещеры, Али-Бабы. Лабазы каменные, где лежат алмазы пламенные. Ну что ж, друзья, быстрее получим, быстрее по домам отвалим. Так что вместе дружно навалимся, берем свое и отчаливаем. А я не был бы так самоуверен. Таких, как мы, каждый день знаешь, сколько ходит? 9 из 10 уезжает с фигой в кармане. Ты на что это намекаешь, Борис Хаимович? Ну, то, что не надо-то идти толпой, это раз. Ну, упаси Боже, горлом брать, два. Идем я и Славик. А там по обстоятельствам. Ладно, я тут один салончик неподалеку видела, пойду коготки подправлю. А давай. Я пойду посплю. Борис Хаимович, неужели все так плохо? Хуже только кредит брать. Но! Вот там есть магазинчик. Возьмешь нарезочку, лимончик, фруктов и хорошего сыра. Славочка. Это очень важно. Здравствуйте, девушки, извините. А вы случайно не знаете вот такого человека? Такого не видели? Ребят, ребят, вы меня простите, ради бога. Здравствуйте, гражданочки. Привет. Пожалуйста, вот вы не видели этого человека? Нет, не видел. Не зовете? Все, поняла? А можно поближе посмотреть? Конечно, конечно, возьмите. Не видели вот такого человека, здесь должен рядом жить. Не видел. До свидания. Ходите, что вы ходите-то? Нервы трепете людям и все. Нет, вы знаете, нет у нас такого. Вы?
Боренька. Узнал, узнал старый черт. Можно подумать, что он черт молодой. Какими судьбами, Боренька? Да чего, ехал мимо, думаю, дай-ка проведаю, узнаю, как поживает мой старый друг Яшенька. Да-да-да. Только этих сказок ты будешь рассказывать своим внукам. Ай, черт, ну вот, ну ничего не утаишь. По делу. Яшенька, по очень важному делу. Вот так всегда. Все вы ко мне по делу. Нет, что просто, с душой. Зачем? А это кто, кстати? На сына не похож, для внука старова. А это мой непосредственный начальник. Слава, познакомься. Мой старинный друг Яша Нейсон. Гроза якиманки окрестностей по кличке Нельсон. Было времечко-то, да. Ну, ладно. С чем пожаловали-то, господа от пера? Да вот, надо взять у тебя кое-что по списку. Слав, бумагу. Погляди. За мной. Да. На, заканчивай без меня. И аккуратней. Поглядим. Да, Яш. Да там всего-то. О, свой кабинет. Ну, прошу. Спасибо. Молодые люди. Здорово, мужики. Может, минутка найдется, Лена? Че надо? Я, в общем, друга ищу. Номер потерял, адрес толком не помню. Служили вместе. Вот гляньте, может, знаете? Какая, это ж фоторобот. Служили вместе. Ну, ты дядя и сказочник. Ну, ладно, ладно, в общем, нужен он мне. Зачем он тебе? За делом. А че вам за это будет? А че надо? 200. Каждому. И деньги вперед. Ну, ладно. Вон в том подъезде живет, на 4-м этаже. Зовут Паша, завала сколько? Квартиры не помню, там их всего 3, сам найдешь. С ним еще девка живет, симпотная. Глазища такие. Спасибо, парни. Яша, роскошный кабинет, ну, какой, ладно, а? Ладно. Светлый, смотри, холодильник-то у нее. Сейчас посмотрим, чего там тебе нужно. А сейчас, ну, вы что, с ума сошли, молодые люди? Да где же я вам все это возьму? У меня же скромный склад, а не торговый центр. А если поискать? А что толку-то? Вот, вот смотри. Ну, смотри. Вот под номером 1. Да. Радиостанция стационарная одна штука. Ну, где же я тебе ее возьму? Ребята из второго отдела брали. Какие ребята? Кто их видел? А может, они уже ее и забрали. Извини. Слава. Пятка? Яш, да упаси бог. Ты же сам сказал, с душой. Это почему не пьет? А потому что в гостях у тебя я. А товарищ майор на службе. Ну что, Яшенька, давно мы не брали в руки шашек, а? Ну, что там с радиостанцией? Найдем. Ничего не надумала? Я сказала все, что знаю. Он был здесь, но ушел незадолго до вашего прихода. Врешь. Ты знаешь, где он? Ваше право, верить мне или нет. Если через час он не вернется, убьем.
Клавиатура компьютерная, без провода, с мышью. С мышью? С мышью. Но с мышью есть. Вот, мышь! Клава, все! Ставь птицу! Все! Борис Хаимович, а у нас по списку-то все? Шашки! Ты что не видишь, я со своим другом старым разговариваю? Может быть, нам вообще уже видеться-то последний раз на этом свете придется. Короче, и рисуй птицу, вали отсюда. Давай. Варя. Давай, Слава, иди. Грузись, я тебя догоню. Иди. Хаимович. Варя. Иди грузись. Здравствуйте. А можно задать вам один вопрос? Ты сам-то кто будешь? Из Совеса? Да нет. Я человека ищу. Человека, говоришь? Так кого ищешь-то? Девушку одну в вашем подъезде живет. Такая красивая, у нее еще глаза такие необыкновенные. Кто она тебе? Просто девушка. Есть такая. Маргаритой зовут. Надо мной живет. С Пашкой Скамейкиным. Такая вежливая, обходительная. И глаза, как ты сказал. Ты туда не ходи. Пашка тот бандит настоящий. Ему человека зарезать все равно, чтобы высморкаться. И еще. Бьет он ее. Часто бьет? Да нет. Сегодня первый раз слышала. А она сначала-то закричала, а потом затихла. Вроде как рот заткнули. Спасибо, Маша. Спасибо. До свидания. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. А вас можно минуточку? Ким, что хотели? А у меня есть к вам очень дельное предложение. Только ненадолго. Очень ненадолго, очень ненадолго. Дело в том, что я есть костюмер в цеха, и я собираю такие вот наряды. Лихо, вы сработали. Ребята из четверки тут приезжали 2 недели назад, так матерились. Вы все забрали-то? У Хаимыча, как всегда, оказался старинный друг. Он сам где? Распишитесь здесь. Концы зачищает. Давайте. О, Наташка чешет, не прошло и полгода. Вы уже все? Молодцы. Да. Быстро управились. Ну, я почти уже готова. А это что еще? Заявление Христомородов. Каимыч, ты как? Не дождетесь. Тихо. Юрочка. Я Валера. А не окажете ли мне такую любезность, чтобы отвезти меня... Домой. Нет. В караул. Так, все. Хаимыча срочно везем домой. Потом отвозим все это хозяйство. Нет. Хаимыч. Так. Ой. Джентльмен, открой дверь. Да. Заблокируйте дверь там. Ну вот, можете, когда захотите. А где остальные? Здесь всего строго по списку. Я не об этом. Где твои? Вольская гуляет в машине. А Фельдман пал в борьбе за это. А, в смысле, другого выхода не было. Значит, говоришь, Вольская гуляет в машине. Я так подозреваю, товарищ полковник, зря их не отпустил. Правильно подозреваешь. Помнишь, 3 года назад? В Северном пассаже упустил ты одного сухофрукта. Он еще Хаима чуть-чуть было на тот свет не отправил. Шило в бок. Гитлер. Лопухнулся я тогда по полной программе. А у меня ведь
До сих пор его поисковое дело лежит. Запылилось совсем. Ну, в общем, есть два варианта. Или ты его сливаешь своему дружку Камаляну, второй отдел, и нехай он его пакует за покушение на убийство следователя. Или... Или, товарищ полковник. Ладно. Только взять его нужно не просто так. А взять, товарищ полковник, по нашему профилю. Разрешите выполнять. Так будь осторожны. Ты же понимаешь, ему терять нечего. И держи меня в курсе. Да и возьми ты оружие. Так, на всякий пожарный. Да нет, а так управимся. На полу собралось все, у нас сейчас протечет сюда, в нижний этаж. Какая вода, у нас ничего не течет. Давай посмотрим, может, стояк в стене прорвало. А то же нас вызвали, и милицию, и МЧС. Уже всех вызвали. А где у вас здесь главный визель? Ой, ё! Что творится там, нафиг? Мам, дорогая, да вы всех же затопили здесь. Всех затопите, ребята. А где же ключик-то мой? Газовый на 12, да? Здорово, мужики. Там заслонка эта. Подержать не поможете? Травматика. Тут ты такой борзый. Как вы, девушки? Все в порядке? Вы из милиции? Увы, нет. Вы их убили? Ну, я бы так не сказал. Сейчас очухаются. У вас есть провод? Нет. А? Вижу. И все же, кто вы? Ну, скажем так, я просто человек. И у меня есть очень неприятный разговор к вашему мужу Павлу. Кстати, это он? Нет, он мне не муж. Просто живем вместе. Зачем он вам? У меня есть к нему одно дельце. Боюсь, что оно ему будет не очень приятно, но тем не менее. А это кто? Они вас случайно не... Нет, нет, они тоже его ищут. Утром пришли, связали меня и... А вон у того мой телефон. У кого? У этого? Да, да. Вот этот? Вот этот. Спасибо. Только очень прошу, не надо звонить Павлу. Я понимаю. Его посадят, да? Может, мы полицию вызовем? Давайте дождемся, пока Павла, а там поглядим. Но эти же тоже будут искать. Они звонили, им звонили, говорили не по-русски. Да? Разберемся. Слава, ты уверен, что узнаешь этого Гитлера? Мне его рожа по ночам снится. А если он обличье сменил? Например, пластику сделал? Ну, ведь стукачок его узнал, узнал. Значит, не очень ты изменился, верно? Не, все равно тебе светиться не стоит. Если он тебя увидит, сразу свалит. Потом ищи его, как ветра в поле. Слав, а давай я тебе макияж наложу, а? Это что значит? Бровки выщипаешь? Ну нет, реснички подкрасит, губки бантиком. Да, Наташа? Че, серьезно, давай, а? Зато никто не узнает. Ладно, хорош. Валера, он в прошлый раз твое лицо запомнил? Нет, я его издалека пас. А когда Хаимыч подрезали, рядом меня не было. Так что вряд ли опознает. Ну чего, на то мы порешим. Ты его пасешь, а мы с Наташкой на подхвате. Угу. Понял. А ты уверен, что Валерка один справится? Там ведь все-таки в пассаже-то 4 этажа. А чего, там все крутые лабазы на втором этаже. Значит, все крутые клиенты на втором этаже. С одним этажом справишься? Справлюсь. Вон, приехали уже. Ну что, господа тихари, удачной охоты. К черту! Thank you.
Ну как ты там? Приходили трое, не русские. Я сказала, что тебе... Мне позвонили, ты сразу ушел. Умница. Они что? Ничего, ушли. У тебя все нормально? Да, у тебя. И у меня. Скоро буду. Когда? Скоро. Скоро буду. Он сказал, что скоро придет. Подождем. С вами все в порядке? Противно. Не люблю врать. Я тоже, но бывает, что это просто необходимо. Все равно противно. А вы его в полицию сдадите? Угу. Таким на свободе не место. А этих? Они на вас напали? Связали, избили. Значит, их тоже. Если не заткнешься, нос сломаю. Или ухо отрежу. Саша, а ты уверен, что он еще здесь, а? Может, от работы твой отвалил? Ведь уже больше 3 часов прошло. Ну, вряд ли. Гитлер не фраер. На первого лоха не кинется, он будет выцеливать дичь пожирнее. Ну да, он парень рисковый. А ведь на нем 317-я висит, а там 40 не детские, до 20 лет. Его для начала узнать надо. Он очень переодеваться любит. То в тинейджера, то в деда. Угу. Но одна примета у него есть. Какая? Сухожилие перебито в локтевом составе. Угу. Мы как-то его втроем брали. И я гуляю. И Хаимыч. Вот, Хаимыч про сустав не знал и нарвался. Так он что, значит, левша? Да. Но его левая 3 правых стоит. Подержи, пожалуйста. У меня что-то телефон занесло. Подержи. Алло. Да, он здесь со мной. Сейчас дам. Валерка говорит, у тебя мобильный отключен. Чего там? Ага. Что там? Он здесь. Надо же опять включить. Долго мы так еще будем сидеть? Пока ваш Павел не придет. Он что, сказать хочет? Да я даже знаю, что. Пугать будет или денег предложит. Ведь так? Тихо сиди, не рыпайся. Будешь себя хорошо вести, отпущу. Может быть. Хорошие стихи не читал раньше? Это мои стихи. Книжка недавно вышла. Правда? Здорово, хорошо сказано. Утихнут со временем споры. Кому и насколько везет, есть женщины, ради которых возможно практически все. Хм. Наверное, да. А вы женаты? Я не успел еще. Я 2 месяца как из армии уволился. 7 лет в сапогах по дальним гарнизонам. А вообще парень городской. Так, были, конечно, истории. Ну так, ничего серьезного. Да, наверное, Паша, что мне ему сказать? Скажите, что посчитаете нужным. Я слушаю. Нет, все спокойно. Хорошо, я жду. Он сейчас придет. А вы его любите?
Чего? Они тебя били? Я их убью, твари. Ты уже убил одного. Может, хватит? Ну что, телек смотрим? Да. Ты видел его? А вон. Возле отдела с сумками. В бабу переодет. Ну-ка, ну-ка. Круто. 21 век. Везде камеры. Мечта сыщика. Уверен, что он? Я его только по клешне узнал. Проверяет. Ага. А может, просто сумочки смотрит? Хотите, проверим? Проверь. Угу. Только аккуратнее. Угу. Хорошо. Куда она пошла-то? Ты хотел, чтобы она сразу с докладом вернулась? Что думаешь? Начнет работать, и мы начнем работать. А если не начнет? Зуб даю, начнет. Угу. Что за привычка подкрадываться, а? Чего ты набрала? Да, всякая фигня со стендов. В общем, что я вам могу сказать? Я ничего не поняла. Черт его знает, может, это вообще тетка просто. Ценная информация. Начала работать. Ладно, я пошел, вы на подхвате. Ага, хорошо. Давай. Не знаю, быстро. Мне тебе нравится. Простите, а клатч из страусиной кожи есть у вас? Спасибо. Ну, замочек. Мне кажется, мне какой-то надежный. Это кожа! А! А! Помогите, милиция! Полиция! Держи. Ну что, есть? Тихо, тихо, тихо. Что здесь происходит? А ну, отпусти ее. Спокойно, ребят, свои. Мур. Да отпусти ты ее, никуда она не денется. Ой, смотрите, сержант. Вам понравится. Опа. Нифига себе. Из этих, что ли? А ты проверь. Ну-ка, посмотри на меня, красавица. Здорово, Гитлер. Здорово, гражданин капитан. Давно не виделись. Еще дольше не увидимся. Думаю, лет так 15, да? Давно тебе хотел сказать, Гитлер. Ты арестован. Друзья, прошу вас в отделение для составления протокола. Пожалуйста. Продала тварь. Еще раз вякнешь, я тех джигитов развяжу, они тебя на бустурму порежут. А Маргарита здесь ни при чем. Я тебя сам нашел. Так ты все-таки легавый. А тебе не все ли равно? Это он убил Фаруха, моего брата. Отдай нам его, и мы уйдем. Слово даю. Он все равно покойник. А я тебе заплачу. Сколько тебе надо? Я думаю, ты что-то новенькое скажешь. А ты соглашайся, мен. Соглашайся. А еще знаешь что? Ее в придачу возьми. Дарю. Ну что, господа и дамы, за честь отдела мы сегодня подстояли. Не спрыснут ли нам это дело? Ну, за честь отдела вот это дело. Слушай, а ты прям поэт. Слава, ты звонил, кстати, шефу? Набери своего, он телефон накрылся. О, смотри, испугался. Да. 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 Сиди там. Я подъеду. Вояку, помните? Ну. Лейтенанта грустно. Так вот он нашел того второго, спеленал его. Сидит у него дома и не знает, что с ним делать. Звонит мне. Ну и что? Мотылев все равно не сдаст, у меня резон нет. Ага, а этот гадюнус еще на вас телегу доказать. Незаконное вторжение и удержание. И мы еще будем виноваты. Точно. Слушайте, поеду я, как бы разведка там ничего не учудил.
Отвезите меня на... Аж плакать хочется. Да, мне тоже. А кому вы все время звонили? Одному нашему общему знакомому с ним. Что-то запутался я в этом деле, он в этом лучше понимает, пускай разбирается. Зачем вы все это ввязались? Воспитание такое. Нет, я серьезно. Ну, просто странно сейчас в наше время не встретишь человека, который рисковал бы жизнью. Непонятно зачем. Вот непонятно зачем, понятно. Чтоб всякая нечисть людям жизни портила. А вам не страшно? А вам? Страшно. Но завтра же уеду домой в Саратов. Работать, писать стихи. Если не хотите. Нет, если можно, чаю. 5 o'clock. В каком смысле? Вечернее английское чаепитие. 5 o'clock. А. Ой, наверное, ко мне. Или к ним. Вы спрячетесь? Я пока не скажу, не выходите, ладно? Угу. Привет. Здорово. Чего ты тут развивался? А я вчерашнего варюгу поймал. Коломбо. Давай, показывай своего языка. Да у тебя есть целый лагерь военнопленных. Че за фрукты? Вот это что, вчера удрал. А эти за ним пришли. Говорят, что он какого-то Фаруха, что ли, завалил. Здравствуйте. А девушка здесь живет? Я здесь не живу. Кого завалил? Фаруха какого-то. Вот это вот. Крайне правый сказал. Час от часу не легче. А что случилось? Да нет, пустяки. Просто из-за этого Фарука прошлой ночью 5 человек завалили. Ну что, орлы, ваша работа. Понятно, мучим. Чувствую, что ваша. Но это уже не наша епархия, так что... Дай-ка телефон. Маргарита, вы нам чаю обещали? 5 o'clock, да, я сейчас принесу. Спасибо. Чего она там тебе обещала? Чаепитие по-английски. А мое время. Алло, дежурный? Это Широков. Здорово, Валера. Слушай, найди-ка мне там Феликса Камаляна из убойного. Чтоб перезвонил на этот телефон. Прямо сейчас. Давай, жду. Держи. Ну что, ждем-с? Или будут какие-то заявления? А? Скажи, им кто не звонил? Вот я у этого среднего телефон забрал. Ты на войне пленных тоже не обыскивал? Странно мне, что у старшего телефона нету. Ну-ка, двинься. Ах ты, гад. Ты чего? Да этот гад умудрился вызов нажать. Ты понимаешь? Вас уже слушают больше часа. О чем вы говорили, пока я ехал? Ну? Так, ни о чем особенном. Я надеюсь, ты адрес не называл? Никакой? Нет. Только тебе. Твою дивизию. О, легок на помине Феликс. Здорово, дружище. Слушай, бери своих людей и мухай на адрес. Какой здесь адрес? Я же тебе говорил. Я забыл. Милославская, 1, квартира 107. Услышал? Слушай, у меня здесь 4 мокрушника и 10 на подъезде. Так что нас скоро на винегрет пустят. Очень тебя жду. Держи. Может, в полицию позвонить? А я, по-твоему, куда звонил? В Синод, что ли? Говорил мне шеф. Широков, получи оружие. А чё ж ты не получил-то? Поленился. Вот. Возьми травматика, но если в упор, не хуже боевого. Вы так кричали, что случилось? Да. 45 лет тому назад, когда меня мама на свет Божий родила. И аборт уже поздно делать. Что это? 5 o'clock. Ага, самое время. Сейчас здесь такой клок будет. Дима, уводи девушку отсюда. Пойдемте. Пойдемте, Маргарита. 5 o'clock. 5 o'clock. Слышали? Если в упор, не хуже боевого.
Здравствуйте. Здравствуйте. Чего тебе? А можно эта девушка у вас немножко посидит? Заходи, дочка. Спасибо. Спасибо. Дима, будьте осторожны, пожалуйста. Может, милицию вызвать? Уже вызвали. Полицию. Только по огневой мощи. 30 раз превосходят. Потолкайтесь, потолкайтесь, придурки. Может, последний раз видите. Ну что, разведка? Давайте спать. Значит так. Там вот черт, что шуршит. Саму скрывает. Минус 3. Ты цел? Не знаю насчет цел, но жив точно. Отдайте наших ребят, и мы уйдем. Даю 10 секунд. Мало! Больше не могу. Потом кидаем гранаты. Давай! У меня огнемет! Я сейчас все здесь сожгу нахрен! Разведка, ты что метешь? Пока я мечу, время идет. 9 секунд. Ответ 3 секунды. Широков! Живой? Вы что творите, а? Балбесы? Это что за твою мать, а? Тихая охота. Шефу позвонить. По телефону кирдык. Это того волосатого. А что, законный трофей? Все равно телефона здесь не помню. Без меня доложу. А вот и чай. Правда, уже не 5 o'clock, но все же. Ладно, ребята, иду. Писанина еще до утра. Ты заходи завтра. Пока, молодежь. Ну чего, угомонились? Ну да, еле уложила. Ну, ты поговорил с папой? Говорил. И что? Ничего, надо подумать. Да сколько можно? Может, пора уже про меня и про детей подумать? Люд, ну не начинай, ей-богу, надоело. А мне не надоело. Я не понимаю, что тебя там держит.
Романтика или, может, большая зарплата? Если бы не мой папа, вообще не знаю, на что бы мы жили. Моли Богу, что у тебя такой тесть. Хорошо. Завтра пойду в цирк и построю свечку. Закажу 40 уст для любимого тестя. Не надо ее уродствовать. Я не уродствую. Это Широкого твоего там ничего не держит. От него жена сбежала. А я тебя каждый день как на фронт провожаю. Не знаю, вернешься ты домой или нет. Слушай, ну, во-первых, мы не бегаем за убийцами и за бандитами. Наши карманники милые люди, у них даже ножей нет. Во-вторых, со мной все будет хорошо. Все, иди ложись спать. Я тебя прошу. Сейчас я чай допью, приду спать. Ну, правда. Жилого дома преступники оказали вооруженное сопротивление. В результате перестрелки двое бандитов убиты, один ранен, остальные задержаны. Благодаря слаженным действиям и отличной боевой выучке личного состава отряда специального назначения жертв среди сотрудников милиции, а тем более мирных жителей, удалось избежать. Аккуратно. Дима, прости, но не стоит меня провожать. Ты прости, я за все тебе благодарна, правда. И я тебя никогда не забуду. Прости. Здесь тоже. Угу. Теперь все? Смотри, какой шустрый. А вот еще здесь распишись. Вот теперь все. Как говорится, поздравляю. Можете быть свободны, идти работать. Спасибо. Была в отпуске на 10 дней дольше, чем рассчитывала. Сейчас уже не знаю, отдыхала или нет. Столько приключений. Здрасте. Ладно, потом тебе расскажу. Ну как? Да как-то никак. Я думаю, поторжественнее будет. Что-то типа присяги. Ладно, дам тебе завтра уголовный кодекс поцеловать. Ты подгребай к 9. Будем тебя в курс дела уводить. Окей. Доброе утро. Опа. Папа, ты что, сегодня выходной? Выходной, сына. А мы пойдем в парк аттракционов? Ну, конечно, пойдем. Только мама на шопинг забросит. Хорошо. Куда вы там меня закинуть собрались? На шопинг. Давайте, идите руки мыть, а то вам никакого парка не будет. Ну, что ты подумал над папиным предложением? Да только о нем и думаю. Ну что? Завтра подаю рапорт. Правда? Правда. Можешь прямо сейчас звонить и осчастливливать любимого тестя. Я так тебя люблю. Я тебя очень. Поездной свет боль над головой. Проверил тут себя. Ровесник мой. Подайте, люди добрые, ветерану трех войн. Сын погиб в Чечне. Жена из ноха померли от горя. Остался я один одиночник. Кто-то...
быть, аккуратней. Да пошел ты. Валер, а воду ты не брал? Вон внизу лежит. Пошли. А чего я смотрел? Люд, идите, сейчас я подойду. Куда? Ты забыл, что ли? Сейчас, да, в машине. Давай быстрее. Дай мне руку. Девушка! Чего надо? У вас колесо спустило. Только что сзади. Все нормально было. Ну, наверное, проколола где-то, да? Красавица. Наверное, этот мужик, которого я подрезала. Точно. Мужик, тебе еще проблемы нужны? Смотри, обули тебя коза. Начальника! Не бей! Не дергайся, руку сломаю. Вставай! Значит, хочешь работать в Москве, да? Неужели так на родине зажали, что честному жулику податься негде? Времена тяжелые настали. Богатых мало, и власти их защищают. А у бедных брать нечего. Так у нас ведь то же самое. Менты вообще обнаглели. Каждый день придумывают новую пакость. Полиция. Что? Сейчас у вас их называют полиция. Менты они и есть менты, как ни называй. Хоть шестикрылым Серафимом. Что это? Бразильские страсти. Она же его сильно старше. Любовь вела. Особенно в Роскай. Думаешь, любовь? Чего ты мне верил? А если бы она тебе такую машину подарила? Можно и на попроще тачке покататься. Ты романтик. Не переживай, ты для него тоже староват. А я так вообще развалю. А почему ты решил обратиться именно ко мне? Салим Баяка посоветовал, чтобы я обратился к вам. И вот он просил передать вам вот это. А ты знаешь, что это бизнес Гурама? Поэтому Салим Баяка посоветовал обратиться к вам. Салим большой дипломат. Ох, и погуляли мы с ним в 70-е. Да, хорошее было время. Не то, что нынешнее. Но я не хочу воевать с Гурамом. Зачем воевать? Достаточно будет, если вы скажете, что мы работаем под вами. Да это я скажу. Но ребята у него горячие. Могут не понять. С ними я договорюсь. Москва большой огород, и грядок на всех хватит. Тем более мои ребята уже 2 недели как работают. Вот наша доля в общак. Мы будем отстегивать 15% от улова каждый месяц. 20%. Ртов много кормить надо. Этому дай, этому дай. Грам вообще треть забирает. Ну, с ним я разберусь. Если у тебя все, то удачи. Всего хорошего, уважаемый. Ты уверен, что готов к осложнениям с Гурамом? Силенки у него уже не те,
чтобы хвост задирать. Подвинется. Эти ребята шустрые. Пускай поработают. А там увидим. Внимание. Моисей пошел. И вот этот комплект. Можно как-то... Пожалуйста. Надежнее. Что за такое обслуживание-то у вас? Спасибо. Здрасте. Мне что-нибудь вот сюда. Сюда. Да. Вот этот вот. Спасибо, я еще посмотрю. Скажи. О. Девушка. Да? Покажите вот это колечко. Бриллиант. Да, почти 5 карат. Фирочка, это я. Да-да. Может быть, не браслетик взять, а колечко, там поменьше металла и... Простите, ради бога, вы не примерите, как оно вам? Да, на вас просто прекрасно. Купля есть. Пакуем. Спасибо. Белая Белочка! Красавица моя, смотри, какие-то! Отпусти ее! Убери ее, звуки! Кошелечек, наверное, чей-то нашла, да? Белла, ты опытный человек. Не будем, а? Ничего с тобой, Широков. Не будем. Дима, девочка, да. Взгляните, пожалуйста, в ваши сумочки. Есть кошелек? Нет кошелька в мой сумке. Нету, да? Нет, гадина какая. Тоже, Саша. Кошелек решила у меня. Ах ты, гад. Да успокойся ты! Здравствуйте, я менеджер. Что здесь происходит? Главный розыск. Капитан Широк. Прошу всех проехать в ближайшее отделение полиции для составления протокола. И вы тоже, дамочка. Славик, да ты расслабься. Я ж не в отказе. Ты хоть, Белла, помолчи. Ты подробности выяснил, как это случилось? Еще нет. Из местного отдела обещали прислать рапорт. А почему они сразу не сообщили о гибели сотрудника? Так в том-то и дело. То, что он сотрудник, выяснилось, когда он уже был в морге. Удостоверение было в машине. Но хоть в общих чертах, как все было? Ну, Гуляев сегодня был выходной. Судя по всему, он с семьей приехал в торговый центр. Что-то там случилось, непонятно. Пока непонятно. То, что он не при исполнении, конечно, нам полегче. Но я в том смысле, что начальство не так будет давить. Но только это не меняет дело. И того, кто это сделал, нужно любой ценой достать. Сегодня же объявить общегородскую операцию. Есть. И трясти город, трясти! До тех пор, пока этот гад или гада не будут сидеть у нас в СИЗО! Товарищ генерал, я бы с этим не торопился. Это еще почему? Я почти уверен, что Гуляев погиб случайно, и об этом вряд ли кто-то еще знает, кроме убийцы. Я думаю, будет лучше, если бы и в управлении пока об этом не знали, хотя бы пару дней. А мои ребята поработают по-тихому. Что-нибудь и нароют. Ну что ж, логично. Кому думаешь поручить? Бригада Широкова. Завтра с утра прямо и начнут. Почему завтра? Пусть немножко утихнет.
Глядишь, и злодеи успокоятся. Да и местные аэропорта тоже не мешало бы изучить. Вдруг какая-то зацепка. Добро, держи меня в курсе. Есть. Разрешите идти. Подожди. Я позвоню в финчасть, чтобы выделили материальную помощь семье. Есть. Похороны. Все за наш счет. Еще вы там будете сбрасываться. Это от меня. Спасибо, товарищ генерал. Простите, распишитесь. Не катит. Про подельника уговора не было. Погоди. Ну-ка, Белла, посмотри-ка мне в глаза. Белла, белоручка, влюбила. Славик, будешь дразниться, вообще ничего подписывать не будут. Ладно. Тогда сдашь мне винта. Не говори, что ты не знаешь дел. Тебя с ним видели дней 10 тому. А почему не знаю? Знаю. Ну, уговор. Я говорю, где винт, и мальчика отпускаешь. Договорились? Давай. В бутырке твой винт. Хата 5-3. Неделю назад на разбое погорел. Я сама ему третьего дня дачку носила. Сводки надо читать, Славик. Чего это он решил мать сменить? Из него разгонщик? Как из меня мать Тереза? Ну, я почем знаю. Он мне не исповедовался. Ты давай, печатай, печатай. Что за жизнь, Белла? Куда мы катимся? Приличный щипач подается в бандиты. Дим, давай второго. Это ты вон ей расскажи. Пошли, давай, шагай. Шагай, шагай. Зачем? Я знаю, если ты слово дал, сдержишь. Дим, ты ему пальцы откатал? Подписывай. И пошел вон. То есть как это? Тебе что-то не нравится? Давай, ставь птицу и чеши, пока я дома. Ну смотри, еще раз поймаю. Переломаю пальцы. Машина как же? Оставь себе, Славик. Мне на ближайшие года 3 не пригодится. Стой. Широк. А давай баш на баш. В каком это смысле? Да. И что я за это буду тебе должен? Ну когда мне еще придется? Ты что, с ума сошла? Меня же уволили за это без выходного пособия. Слушай, ну мое дело предложить. Десять минут хватит? Ну да. Только тихо. Дим, пойдем-ка мы с тобой покурим. Пусть попрощается. Если запалимся, отмазывать никто не будет. Она мне за это пообещала. Целого матроса сдать. Он не по нашему профилю. Слава. Профиль у нас один. Злодеев ловить. А кто из злодеев? Мокрушник или
Щипач не имеет значения. Ой-ой-ой, прям как на митинге, ей-богу. Слушайте, простите меня, пожалуйста. Вы мне не подскажете, мне здесь долго торчать. Просто мне бы мой кошелек вернуть. Это к следствию. Угу. Ваш кошелек теперь вещественное доказательство. Какое вещественное доказательство? Чего вы мне голову морочите? У меня там деньги, карты, я тут голодная сидеть. А что у вас там происходит? Вы не волнуйтесь насчет вашего кошелька. Отдадут вам его. Вы нам расскажите. А где вы так драться научились? У меня до сих пор бок болит. Работа у меня такая. Работа? Ну, вышибал-то вы. Не похоже. Спасибо. Вспомним. Бои без правил. Белая пантера. Мы с вами 10 лет назад в один тренажерный зал ходили. Помните? Не помню. Вот. Дадите автограф? Угу. Да, может, послушайте, но у вас там действительно... А у вас ручка есть? Небольшое. Нет. Внимание. Пожалуйста, я вас очень прошу. Дайте Димке автограф. Давай. Он у вас большой поклонник. Угу. Вот. Так много о вас рассказывает. Слава, сюда. Здорово, Фирина. Улыбочку. Спасибо. Снимаю. Держи. Что это тут у вас? Работаем, товарищ полковник. Вы кто? Капитан Широков, 13-й отдел МУРа. А вы кто, товарищ полковник? Я начальник отделения. Так что здесь у вас? Провели задержание. Оформляем первичные документы. Думаю, скоро заканчиваем. Может, скоро заканчиваем, товарищ полковник? Чтобы через 10 минут духу вашего в моем отделении не было. О вашей работе я составлю подробный рапорт. Я же предупреждал. Ну вот. Ребята, мне действительно некогда. Мне надо к титульному бою готовиться. Можно как-то ускорить процесс? Думаю, теперь уже можно. Пойдемте. Спасибо, Антер. Эх, было-было. Было. Просил же. Тише. Извини, так получилось. Спасибо, Славик. Я могу идти. Свободен. Можешь. Прощай, сладенький. Я тебя сильно подставила, Слава. Переживу. Вы меня простите, конечно, я могу войти. Сами видите, выгоняют. Мы сейчас поедем к нам и все быстренько закончим. Дим, подожди меня, пожалуйста, со свидетельницей в машине. Мне тут надо два вопроса решить. Пойдемте. Пойдемте. Ну что было? Солнце ясное. Ну что у нас там с матросом? Ну, уговор дороже денег. Значит так. Что случилось у торгового центра? Делох один хотел Керима поймать. Одним героем меньше, а другим урок. Послушай, я взял тебя с собой, потому что серьезные люди просили, но я всегда могу вернуть тебя обратно. Едут. Мир вашему дому, уважаемые! Ты кто такой? Я Чингис. А с кем я говорю? Я Шота Сухумский, а? Слушаю тебя, дорогой Шота. Ты почему работаешь со своими ребятами на моей территории, а? А нам разрешили. Кто? Кто разрешил? Борода разрешил. Мы работаем под Турама. Это его бизнес. Нам Борода не указ. Так что, если хочешь работать здесь, будешь платить мне. И сколько? Половину. Плюс за то, что влезли без разрешения, штраф 3 лимона. Могу дать рассрочку. Я сегодня добрый. Воистину, твоя доброта не имеет границ, уважаемый Шота. Но теперь послушай мое предложение. Москва большой город, и места всем хватит. Но так как ты меня отвлек от моих дел, вот с тебя неустойка, всего лишь 0,5 лимона. Видишь, я еще добрее. Да ты с кем разговариваешь, а? Ты на кого пасть разинул? Да я тебя землю жрать заставлю!
Ну как, мы договорились, уважаемый Шота? Договорились? Да! Вы слышали? А? Да, да! Вы свидетели. Вот поэтому я вам списываю штраф 0,5 лимона. Всего доброго, уважаемый Шота. Поехали. Бармамеды, деньги. Батмери. Фамидими. Ну что, господа тихари, расходимся или как? Повода-то бывает меньше, все-таки такую палку срубили. Я пас, у меня тет-а-тет. Правильно, девочка, я бы на твоем месте бы девушка больше внимания уделяла. И рубил бы, рубил. Вот я и рублю, пока, до завтра. Давай. Ну что, погребок? Немножко караоке, но ненадолго. А то мои эфирочки в последнее время нервы совсем расшатались. Аимыч, у твоей эфирочки нервы как она. Я о них слышал уже лет 10. О, это великая женщина. Мы с ней познакомились лет 20 назад. Оказалось, вся жизнь впереди. Сейчас что осталось, Слава? Ничего не осталось. И сколько их было? Двое. Это Чингиз и с ним еще один. Сказали, что им борода разрешил в Москве работать. Двое. А вас? 8. Может, 10. И они вас поимели. Мы же на стрелку поехали, а не на разборку. Просто поговорить. Просто поговорить. С ножами и битами. Потом они сразу стрелять начали. Совсем какие-то отмороженные. Разреши, Гурам, я их порву. И как ты себе это представляешь? Ты же этому Чингизу сказал, что вы договорились. При свидетелях сказал. Мои ребята не свидетели. Они будут молчать, Гурам. Дурак ты, Шота. Вот ей-богу, дурак. Ты этому Чингизу сказал при свидетелях, а это значит, что это я сказал. Любая сходка сделает их правыми. Значит так. Я хочу знать про этих ферганских все. Вообще все. Где спят, с кем едят и так далее. Ясно? Все, иди, глаза мои тебя не видели. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Поговорить надо. Значит, белоручка матроса тебе сдала? А ты откуда знаешь? Зимка рассказал? Вот язык без костей. Обижаешь, Славочка. Это же ведь элементарно. Матрос в прошлом году ее подставил. Подставил. Она, правда, соскочила прямо из зала суда. Но пока в СИЗО парилась, ребенка потеряла. Странно, я не знал. Вот так. Надо уметь выслушивать людей. Что думаешь делать? Ну, а что тут думать? Сдам его ребятам из Убойного. Им через нас палка, а нам от них полянка. Правильно. Кесарю кесарево, а слесарю слесарево. Здрасте. Будьте наша друзья, потерпевшая. Судя по выражению лица, настроение не очень, да? Ее, видно, только-только следователь отпустил. Ее можно понять, денек не удался. Ах, какая прямо пантера. Мне бы несколько лет назад до фирочку мою в Одессу к маме. А Имыч, она чемпион по боям без правил. Что, серьезно, что ли? Ага. Так. Хаимыч. Добрый день. Здравствуйте.
Ну, как добрый? Не очень добрый. Может быть, поужинаете с нами? Да нет, наверное, уже достаточно общения на сегодня. Мы приглашаем в душу, пожалуйста. Славочка, ты представляешь, вот этот мужлан-следователь не вернул девушке похищенного и тем самым поставил ее прямо на краю финансовой пропасти. Да ладно, как-то до завтра-то я протяну. Присаживайтесь, Леночка. Спасибо большое. Пожалуйста. По Елику мы с коллегой стали невольными соучастниками вот этого безобразия. Так позвольте нам хотя бы частично загладить вину и угостить вас ужином. Вы знаете, я вообще не откажусь, потому что я голодная, как волк. Но только я мясо не ем. А нет у них рыбы? Рыбы? Угу. Даже если нет, то для вас будет. Спасибо. Я сейчас. Ну, мы, по-моему, не представлялись друг другу. Я Лена. Ярослав. Какое удивительное имя. Ну, наливайте, Ярослав. А что, вам можно разве? Ну, тренировку я пропустила, так что давайте выпьем за знакомство. Понимаешь, жиры плохо расщепляются. Чего это ты о своем здоровье начал печься, а? Я помню, как ты зону на голодовку поднял. И сам больше месяца в ШИЗО крошки хлеба во рту не имел. Когда это было? Сколько воды утекло? Нехорошо получается, Антош. Ты о чем? А я о гостях столицы, которых ты пригрел. А что? Не надо было? Так за них Салим просил. Салим? Да. Ты помнишь? Как не помнить? Помню, конечно. Говорят, сейчас большой человек стал. Высоко взлетел, с президентами за одним столом сидит. Завидуешь. Да. Нет, Антош, радуюсь. Я радуюсь за друзей, когда они высоко взлетают. И очень скорблю, когда они низко падают. Антош, так почему ты не сказал мне про ферганских-то, а? Я бы им хорошее место выделил. Ну, я подумал, а чего тебя по пустякам беспокоить? Пускай молодежь сами договариваются. Антоша, это моя поляна. И мне решать, кому на ней пастись. А кто против? Но я слышал, ребятки договорились. И твои не против. А их слово – это твое слово. Или, может быть, нет? Да. Так, Антош, так. Так-то оно так. И сколько они тебе будут платить? Если не секрет, конечно. Мне? Гурам. Да ты, по-моему, перегрелся. Мне ничего не надо. Все в общак. Ну, это я оговорился. Извини. Так сколько? Как все. 15%. 15? А что, твои больше платят, да? Сплетни, Антош, сплетни. Не слушай сплетни, это удел женщин. Ладно. Тогда выпьем за взаимопонимание. Давай. 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 Только минеральную водичку. Извини. Язва. О, понимаю. Ну и ты, Антош, извини. Мне пора. Дела, сам понимаешь. Не провожай, я сам. Удачи. И тебе. А что это за анекдот про голодовку? Я раньше что-то не слышал. Лет 25 назад он одну воркутинскую зону раскачал. И пока мужики с голода пухли, он в ШИЗО отъедался. Ох, Гурамчик, Гурамчик, Гурамчик. Погубит тебя жадность. Не морозь меня. Слава, не фальшивь. Ну ты же музыкант. Слава. Ну какой же Слава музыкант? Он же полиционер, или как вас там? Не-не, он на бас-гитаре играет, как Шерлок Холмс. Слава, на гитаре?
каком-то вокальном, инструментальном ансамбле, а мы не слышим. Ой, Леночка, вы прелесть. Правда? Эх, если бы не моя Кира, то я бы, ух, верите? А я, между прочим, вам верю. Лена, ну поехали в караул. Ну, Леночка, я так плохо пою. Я не люблю вот это вот. Ну, называй меня просто Боря. Хорошо. А вот и машина, Боря. Борис Каримович. Боря, ну... Борис Каримович. Все, Боря, передавайте привет вашей Фирочке. Езжайте, потому что нам со Славой по пути, а вы вот отдельно и поедете. Не, ну, может быть, все-таки в караоку, да, а? Ну, нет, Борис Каримович, Слав, ты хочешь в караоку? Я вот не певец. Смотри у меня, сынок, не шали, понял? В караоку поехали, я сказал, поехали в караоку. В ближайшую. Все. Борис Каримович. Я уже уехал, блин. Борис Хаимович. Прекрасный мужик. Ну, так, может, мы прогуляемся? Просто что-то домой не хочется. Да? Так вот. Просто с вами не страшно гулять. В чем дело, командир? А ты кто такой? Документы. Конечно, командир. Вот, возьмите. Эти люди ко мне приехали. Гости, что ли? Какие гости? На стройке будут работать. Нелегально. Зачем нелегально? У меня серьезная фирма. Стройка, ремонт. Все по закону. Там все написано. А где жить будут? В общежитии. Регистрация с возвращением на работу. Все будет по закону. С регистрацией не затягивайте. Хорошо, командир. Всего до свидания. Хорошего. Пошли, ребята. Абдул, мы Гвардал Кали. Абдул, я их привел. Салам, как доехали? Проблем не было? Все хорошо. Хорошо доехали. Русский язык все знают? Кто не знает совсем? Я плохо знаю. Что за сын? Унылый пора, очарованный. Приятный момент в прекрасной красе. Я люблю вкусную природу выданной. В багрице золото на дите леса. Сам сочинил? Значит так, сейчас пойдете на вокзал и покажете, как умеете работать. Я же тебе говорю, что я была нормальной девочкой, занималась танцами. Мама у меня педагог, папа слесарь, брат балбес, как это обычно бывает. Просто однажды отец решил, что какой-то юбилей города был или что, сводил меня на чемпионат по боксу. Я тебе должна так сказать, я как увидела, как мужики друг друга месят, у меня реально что-то произошло. То есть не потому, что у меня вот что-то внутри перевернулось, понимаешь? Я отцу поделилась, он смеется надо мной, говорит, ты что, с ума сошла, девочка, боксом заниматься? Но в итоге я его добила, он меня привел к тренеру, тренер нас послал куда подальше, а потом в моду входит женский бокс. Ну и все, началось. У меня сначала районный чемпионат, потом городской, областной, понеслось, покатилось. Ну, в общем, я, в принципе, всех делала в своем весе. Потом мне предложили бои без правил, но там я тоже всех делала. Ну, как-то так. Слушай, может, мы еще бутылочку шампанского выпьем, а? Ты знаешь, я пас. Мне завтра на работу, у нас с этим строго. Понятно, серьезный аргумент. Ладно. А с семьей как? Ну, как с семьей? Мама у меня умерла, отец, слава богу, жив-здоров, слесарит. Ну, а брат, он отсидел, у меня сейчас контуется. А про личную жизнь, если то, ну, сходила я замуж, конечно. Отметилась, можно так сказать. Муж у меня, ну, как ты понимаешь, боксер был. Ну, как-то у нас все не сложилось. А у тебя как с этим делом? Да, приблизительно так же. Был женат, развелся лет 5 назад. Пацан у меня.
18 лет, живет с мамой. С мамой? Странно, вообще обычно в этом возрасте мальчишки ближе к папе хотят быть. Ну, как-то тянутся. Тянутся. Вот, слушай, может, пойдем ко мне, я живу здесь неподалеку. Серьезный аргумент. Пойдем. Ты сама не знаю. А, ну, в смысле, меня Леной зовут. А вы, наверное, Максим, да? Да-да-да, Макс. Очень приятно. А это... Тоже Лена. Привет, тезка. Мы вам как... не помешали? Да не, ну что вы. Нет, я... Пройду, можно? А, ну, да. Спасибо. Извините. Классные. Кто это? Слушай, ну я же не спрашиваю тебя, кто это. Кстати, знаешь, мама замуж собралась. Позавчера вот с потенциальным отчимом знакомила. Он кто? Олигарх, наверное? Нет, типа тебя в погонах. Только званием покруче. Да? Угу. Покруче? Угу. Знаешь, взятки берет. Так вот, ты ему передай. Вместо того, чтобы тебе сигареты покупать, пусть тебе деньжат подкинет на квартиру, чтобы ты отца по ночам не тревожил. Понял? Понял. Макс, ну чего ж ты я это полотенце взяла? Ага. Извините. На, ничего. Твоя же школа, чё? Это кто принес? Я. Я. Керим. Керим. Чисто. Азамат. Молодец. Ты честный человек. Возьми, это тебе премия за честность. Рахмат. Спасибо.
Кирим? Кирим? Так будет со всеми крысами. Рахат, собирай всех, поехали.